На предыдущей работе видел реально, что можно как бы изменить в городе, и решил пойти на выборы в депутат. И вот в момент предвыборной кампании по округу, вот тогда первый раз вот прозвучало, я же родился здесь и никуда не уезжал. И когда я приходил на округ, люди ко мне обращались по имени. Ну, они меня знали. И тогда вот первый раз прозвучало. А почему нет? Для меня это было в шоке. Еще раз, я родился и вырос здесь. Потом коммерсанты начали приезжать. Александр Юрьевич, а ты подал заявление? Ребята, вы с чего? Как бы кандидаты тогда были определены во всех газетах совершенно другие. Я говорю, вы не видите, кто действующие кандидаты? Не, говорит, ты не прав, ты должен пойти. И это как снежный ком нарастало, это вышло на уровень обсуждения в социальных сетях, это вышло на уровень Красноярского края, это вышло на уровень всего остального. Ну и результат вот тот, который вы видите сегодня. Ну, первый раз это прозвучало не от народа, а от жителей города Ачинска.